Вчера вечером отгремели салюты, и сегодня весь народ вышел на пикник. Пикники и в специально отведенных местах, как в черте города, так и в лесах. Оборудованные места есть со скамеечками, с мусорниками. А порой просто на обочине народ гуляет. И все это несмотря на угрозу дождя. Обещали по прогнозу дождь. Дождя, правда, не случилось, но гуляют темные тучи и очень-очень сильный ветер. И народ на это внимание не обращает, потому что это уже многолетняя традиция. В Йом Ацмаут, в День независимости, нужно делать алаэш. Алаэш – это на огне. Это и шашлыки, и просто мясо на углях разных видов. Святое дело. Сегодня все на природе или вот в таких местах. Ну, а я просто гуляю и показываю вам, что происходит. Вот, посмотрите, из дерева с белыми цветами. Называется баухиния. Они как раз сейчас цветут. А вот еще тут будет вот. Еще одно такое же дерево. Вообще хочу вам показать, что сейчас цветет немножко. Вот это дерево. Баухиния пестрая. Она родом из Юго-Восточной Азии. У нее крупные цветки. Ветер мне очень мешает снимать, я постараюсь снять, чтобы вы увидели. Если положить его на ладонь, почти всю ладонь займет. Вот. Красивое растение. Его можно везде встретить. А вот это гибискус. В каждом дворе растет. Он бывает красный, иногда можно встретить белый. А это дерево, скорее даже кустарник, называется калистимон. Это его официальное название, но в народе его называют баттлбраш. То есть ёршик для бутылки. Он копия ёршика. Единственная разница в том, что ёршик жесткий, а этот цветочек мягкий, нежный. Не могу его снять крупно, его уносит от меня все время. Ветер уносит. А это цвет граната. Вот так цветет гранат. Есть открытые уже цветки, есть полузакрытые, есть бутоны не распустившиеся. Потом начнут появляться уже после них маленькие гранаты. Сейчас попробую снять для вас открытый, раскрытый цветок. Вот это закрытые, похожи на маленькие гранаты. И такие же твердые эти бутоны, как и гранат. А цветочек, если его потрогать, вот открытый цветок, то он тоже очень твердый, как гранат. Вот это растение тоже очень часто встречаю, но я не знаю, что это. Пыталась выяснить, и никто мне не смог ответить на этот вопрос. Может, кто-то знает и напишет мне, что это за растение. Это растение называется бугенвилия. Она бывает разных цветов. Очень часто встречается.